Опушку. Блять, что взять? Я надеюсь, сегодня мне ID-браслет больше не понадобится. Я еще какой-то упадет. Зачем я столько мусора собрал, если... Да куда? Зачем столько мусора собрал, если там просто... Да, смешная шутка. Болится. А сколько мог будет? Здорово. Бум. Ну, вообще, на самом деле, нужен мне этот дробовик. Что самое важное, нужен мне ебаный огнемет. Короче, еще больше травы, я понял. Бля, их можно объединить? А здесь тебе не дают этот пулемет, здесь я просто забираю блок с инвентаря. Неплохо.
Мне нравится этот пруд. Нет, не нравится. Здорово. Ну да, не очень хорошо. Кайва. А где это проходить вообще? У тебя вообще есть смысл против него огнемет использовать? Ну, охеренная инфа. Нет, все-таки, наверное, против него нож не так эффективен, потому что, ну, хотя, может, один есть смысл оставить. Я не настаиваю. Ладно, как скажешь. Погоди, где? Восемь патронов для дробовика. Yeah.
Бля, это... Нет, ладно. А, лучше вот это дерьмо выкину. И все. Время. Все. Пожалуйста. Позволь жить. Стыка. Куда? Здорово. Вот они зачем мне. Здорово. Опа. Так, где моя вайфу? Can't believe I actually miss her. Как скажешь, брат? Как скажешь? О, вот и вайфу. Leon? We made it.
Можете мне показать ее? О. This is Sherry. Здорово. Okay. Jesus. What was that? I'll go. Take care of Sherry. Да, позаботься о Шерри, а там они придется позаботиться мне. А это может плохо кончиться для Шерри. Как же я люблю, когда мне дают его на порох много. Саный порох. Много. Блять. Можешь просто из всего пороха сделать себе пистолетные патроны и идти убивать. Нужен ли мне этот один патрон для дробовика? Ты мне очень нужен. Блин, чё? А, трава закончилась. Серьезно? Упс. Ок. Так. Один патрон для дробовика, говорите? Ладно, 7 крупнокалиберных мне вообще ничего не помогут. Тоже, но я думаю, на всякий случай лучше нож взять. Вдруг дадут его порезать. Зеленую траву. Хотя что-то еще лежит, блин. Найс байт. Нет, нет, я лучше засейвлюсь. Потом нам лежит какой-нибудь. Не знаю. Еще один нож прямо под жопой у G5. Лучше еще лучше за жопой его. А, нет. О, еще больше пороха. Реально нож лежит и не шарит походу спидрунов. Ну, когда жизнь дает мне нож, я делаю лимонад. Ау. Это типа конец. Ай. Нормально, он меня перемолол. Может сначала жечь его, потом. И, наверное, нож тут не очень полезен. Или подожди, а до появления огромного глаза? М-м-м-м.
еще бы видеть, появился у меня глаз или нет. Нет, не появился. Когда обычное огнестрельное оружие неэффективно. Boyfriend and girlfriend? No. We're just... Oh, we actually just met... last night? Yeah. That would have been one hell of a first date, though. Yeah, you have no idea. Look! He might be able to give us a ride. What if it's not just the city? Get Sherry out of here. Hey, that was Live Another Day by the Gray. He was friendly. So, is it over? I don't know. But if it's not, we'll stop it. Whatever it takes. Yeah, you're damn right we will. As long as we stick together, we'll be fine. Come on. Hey, you guys can adopt me. We can get a puppy. Puppy. And a parrot. Parrot. I always wanted pets, but my mom said they're too messy. Она недолго переживала за своих мертвых родителей, должен был. Next up on this boring Wednesday is a song to get your blood pumping. Ну, это не 8 часов. Рождение героя. Новичок-хардкорщик. Крах Амбрелла. Все.